Под конец года в Ульяновске появился многофункциональный семейный центр. Здесь жители региона с детьми могут получить помощь. Спектр услуг различный – от юридической консультации до развивающих детских групп. Специалисты центра расскажут, как получить пособие, материальную помощь или соцконтракт. Помогут решить и сложную жизненную ситуацию. Обратиться в многофункциональный центр может любая семья с детьми. Здесь будет расположено наше приемное отделение, куда люди могут все обратиться. Все жители Ульяновской области могут прийти, проконсультироваться, получить консультации по мерам социальной поддержки. Будет организована работа и подписано соглашение и с Центром занятости, и с нашими коллегами из Фонда социального страхования. То есть любой гражданин, любая семья, придя сюда, будет получать полный комплекс услуг. Основной акцент сотрудники центра делают на решение психологических проблем, помогают родителям преодолеть трудности в воспитании ребенка, помогают оформить и меры поддержки семьям участников СВО. Любая трудная ситуация по зубам профессионалам семейного МФЦ. Посетители организации – это мамы в декрете, отцы, беременные женщины и самые маленькие жители региона. Пока взрослые оформляют бумаги, за их чадами проследят в детской комнате. Основные, наверное, особенности вот в связи с открытием будет семейного многофункционального центра. Ну, во-первых, это будет по принципу одного окна, обратившаяся семья получит комплекс услуг, которые ей необходимы. То есть специалисты сориентируются, какие же нужны услуги данной семье и кого еще подключить к решению той или иной проблемы. Собирать документы семьям, нуждающимся в помощи, не нужно. В многофункциональном центре им окажут необходимые услуги без очередей и сбора кипа бумаг. На открытие первого семейного МФЦ в Ульяновской области приехал губернатор Ульяновской области. Глава региона наградил благодарственными письмами сотрудников центра. Я сейчас прошел, осмотрел, как ведется работа. Кабинет считает, что абсолютно правильно, что мы вступили в этот пилотный проект. Мы один из 22 регионов, где этот проект реализуется. Пойдет какой-то совсем небольшой промежуток времени, у нас откроется за Волгой еще один центр. Считаю, что такие центры действительно будут работать с большой эффективностью, потому что у каждой семьи есть какая-то проблема. Многофункциональный семейный центр открыл свои двери на улице Ленина, 104. В марте 2024 года появится еще одно отделение в Левобережье на проспекте Авиастроителей, 23. Открытие двух СМФЦ позволит оказать более 1000 услуг гражданам города Ульяновска и близлежащих районов. Светлана Карпухина, Герман Баранов, Улправда ТВ.